Ну, я выбрал доп. Задание, которое мы получили на базе ассасинов. Вот. Нам куда-то сюда. 12 тысяч опыта. Ничего себе. Офигеть просто. А, кстати, проще, наверное, переместиться. Ну да, проще будет. Поехали, значит. Если на фоне услышите какой-то шум, у нас тут тоже два ассасина носятся. Вот. Игры незримых. Они у них сегодня что-то рано. Ну да. Вроде еще не ночь. Ну они особо по ночам-то не бегают, но вот поздний вечер-то... Ай, надо было в городе забежать еще. Куда? А, купить оружие? Улучшение посмотреть, да. Это вот где пропал, да? Совсем. Да. Он был прыгнуть, там сено было. Разве? По-моему, тут сено. Маленькие клетки. Они для детей? Лодку кто-то обшарил. Сломанный щит незримых. Асаркон был тут. Асаркон, где ты? Бедняга. А что там? Рука, что ли? Где рука? Нет, статуэтка какая-то. Эти детские клетки ужасны. Кукла, игрушка. Ага, игрушка. Деревянная. Мертвый торговец и трупы римлян. Тот, кто их перебил, сделал это очень искусно. Уверен, это был незримый. Торговца ограбили. Странно. О, боги! Набатейских детей продают в рабство на добычу камня. Их посадили в подземный загон в каменоломне. Мне нужно туда. Подземный. В пещере каменоломне. Это далековато, такое ощущение. Давай сократим чуть-чуть. Хотя не уверен, что он там. Тут территория неудобная для перемещения. Для перемещения в смысле пешком? В смысле пешком, да. Ну да. Да и не пешком тоже неудобная. Асаркона держали тут. Надо действовать аккуратно. Аккуратно говорите. Мы вырвем их с корнем. И глаза, и все остальное. Я не наемник, как вы. Моя клятва нерушима. Меня ждет дуа. Ой-ой-ой, не успел. Я ждал тебя. Три. Плюс три графита. Ничего себе. Ну, видимо, чтобы ты вещи мог поднять свои. По-быстрому. Ну, видимо. Удвоить стражу. Клавдий, вчера я узнал, что ночью часть наших припасов бесследно исчезла. И это уже второй раз. Несмотря на все наши усилия. Как такое возможно? Неужели работники воруют у нас из-под носа? Если окажется, что так и есть,
Мы все будем болтаться на крестах. Предупреди всех, удвой стражу на ночное время, если нужно. Пусть смотрят в оба, мы должны поймать воров, прежде чем вернется Тацит и обо всем узнает. Там еще синенькое что-то было за спиной у тебя. Справа. Вот здесь где-то. Вот. Ну подожди, сейчас. Детей заковали в цепи. О, боги. Теперь все вроде. А, вон там еще. Где? Вон. Он с той стороны, видишь? Ага. Кто-то опустошил склад с припасами римлян. Храбрец. Уходим отсюда. Ты великий Баек, да? Послушай, осматривая порт, я заметил женщину, спасавшую детей с корабля работорговца. Грабитель — та самая женщина? Набатейская воительница Шакелат. Она разит, как молния, а добычу раздает людям. Я следил за ней, но был схвачен римлянами. Она спряталась вместе с детьми во дворе между убежищем и каменоломней. Ясно, понятно. Надо завербовать. Пусть помогает. Вот же территория-то, конечно. Помните, вы просто дети. Я защищу вас. Синай — ваш родной дом. Ты такая храбрая, Шакелат. Ты настоящая Исида. Клянусь Амоном Ра, я не позволю римлянам продавать вас, как мешки с зерном. Не дай им опять нас забрать. Очень хочется вкусной еды. Скоро, милые, скоро. Ты воруешь для людей в каменоломне? Если схватишь меня, я вырву себе сердце, но цепей не надену. Эй, не волнуйся. Но римляне этого так не оставят. Пытаясь защитить людей, ты можешь причинить им вред. Нет, я не причастна к римскому гнету. Я дарю свободу. Ты порождаешь гнет. Освобождение не воровство, а искусство. Свободу не берут, а создают. Я знаю, какой бывает свобода. Я жила с любимым мужем в Набатее, пока Тацит не раздавил его, словно муху. О. Вот и они. Покажи, на что способна. Ничто меня не остановит. А почему на других людей-то нападают? Убил, смотри. Вот гад. А, застрели ты его. Успели немножко. Где побили? А, следуйте. Куда ты? Я тут не останусь. Нужно отвлечь римлян от этих крошек. Других сейчас. Нет. Придут другие.
Прощай. Пусть будет в коллекции. А не Нет, если поможешь. Не понимаю, о чем ты меня просишь. Ты храбро бьешься. Воины, подобные тебе, редкость. Наш путь не разочарует тебя. Мне плевать на культы. Мы освободители, что не подчиняются лживым оракулам и тиранам. Ты избранная. Я хочу исцелить наши земли. Шакелат, я вижу, что у тебя душа незримой. Но как доверять незнакомцу? Я спасаю людей одна и верю лишь себе. Мы ценим одно и то же. Просто реши, применять свои навыки ради блага немногих или же всех. Взгляни мне в глаза и скажи, что впредь не будет ненависти, войны и людей в оковах. Наша кредо покончит со всем этим. Кредо. Если решу принять и поверить в него, то что должна буду сделать? Прыгай. И что теперь? Невероятно! Я думала, что умру. Ты возродилась, став незримой. И что теперь? Тебя ждет наше убежище и церемония в твою честь. Я готова стать призраком. Теперь ты в братстве. Так, конечно, опыта много дают. Ну, видимо, чтобы быстрее нагнал. Я думаю, как... там какой-то... предел достигнешь и поменьше начнут опять. Да, наверное. Почему опять вот с маской? Ну, ходи пока в этом. Ну да, придется, видимо. Эх, Ладно, давай посмотрим, что у нас тут еще поблизости есть. Да, в принципе, тут дофига вот. Тень убийцы. Тени скоробея. Вой мертвецов. И ниже еще он справа. Угу. Ну, давай начнем отсюда, не знаю. Position, Gerech. Стол. Угу. Хочу напомнить, что самые юные из рабов должны быть направлены в новый отсек каменоломни, куда не могут войти взрослые рабы. Этот новый отсек, который называют Грот Сишат, построен, чтобы разрабатывать недавно обнаруженное месторождение минералов. Если не боишься закрытых пространств, можешь заглянуть своими глазами. Дойди до конца подземных туннелей к миноломне, туда можно попасть со стороны моря. То есть отсюда я сюда туда не попаду, получается. Кара знает толк в работниках. Ой. Странно, что пирамиду Амена состроили не эти дети. Они тебя не видели? Они не загрались сразу на тебя? Ну да, не сообразили просто, не успели. Ну, вроде сюда. Почему смотрят? Да, мне. Да. Не знаю. Какой-то лаз тайный. Видимо.
Слышал, Аритас убил себя, чтобы не попасть сюда. Осирис, забери меня. Тут так мерзко. Уж лучше смерть, чем рабство. А в чем прикол детей таскать? Взрослый человек больше сделает. Ну да. Ну, прикол в том, я так понимаю, что они сюда не могут пробраться. А дети пролезают. Типа. Понятно. Но мне все равно не очень понятно, так-то здесь места много. А, ты призрак-убийца, о котором поет Хагану? Детям здесь не место. Да, господин. Видите, как детей пожирают глазами? Купили у работорговца на пути гора, где бог мчит на своем скакуне. Я убью негодяя, и вы снова узрите солнце. Спасибо, призрак. Не зря люди тебя хвалят. Ламон, мы спасены. 1000 метров. Еще столько этого дают. Графита, конечно, классно. Я же могу, кстати, наверное, улучшить даже уже что-то. Ну да. Что? Да вот даже не знаю. Запас здоровья можно, пока он у меня не прокачан. Хотя он не сильно как бы бафает. Буду по порядку улучшать. Вот еще можно стрелы добавить будет. Угу. Так, сейчас выйдем, посмотрим. Я не знаю, но можно, наверное, сразу туда отправиться, даже если это будет на каком-то другом материке. Все равно нам карту открывать надо. Ну да, это вообще вон где. Фиг знает. Мне не нравится то, что так далеко, конечно, закинули. Ну, в любом случае, наверное, поскакали. Какая разница, сейчас скакать, потом скакать? Вообще, нужно никакой разницы. Точку эту синхронизации еще открыть. Уже потом проще будет. По сюжету, тем более, все равно там тоже открывать надо. Так что вперед. Опа! Ой, тень скоробея. Это у нас так нынче филаки называются. Подожди, это задание на них было как раз? Разве? Вот там же вот... По-моему, да. Да можно, наверное, грохнуть, в принципе-то. Я думаю, можно. Он не может определиться, что ему лук достать или... Ой. А, сбил таки. Ты вроде большой такой, а ловкий. Он застрял, что ли? Ты куда? О, у него такая же беда. Как-то странно это получилось немножко. Ну-ка, открой карту. Задание посмотреть там. Вот где мы смотрели ниже. Ну, в пункте в этом населенном. Где мы сейчас были перед этим. А, ты про это? Да-да-да-да-да. Вот. Тень скоробея, видишь? Тень скоробея, да. Тень с севера. Лук хищник. Хищник. Дым и зеркала. У меня есть такой. Ну, в принципе, нормально. А, ну вот, убейте тень скоробея. Нам сразу выдали автоматом его. А там пропал, наверное, да? Скорее всего. Ну да. Ага. Ну и ладно. Возможно, там какая-то предыстория небольшая была бы. Возможно. Хищник. Так. А, вот он. А, это который поджигает.
Ну ладно, наверное, почему бы нет. Ты куда? Ну тут уже чуть-чуть осталось. Здравствуйте. На лошади дорогая сбруя. Работорговец. Ага. Нам его убить надо, да? Вот здесь потом надо залезть будет и засинхронизироваться. Это вся карта. Да, это вся карта открылась. Хорошо. Мстить или не мстить? Не, не мстить. Попробуй догони, называется. Угу. О, здорово вот этот. Самый проблемный, наверное. Ай, поджёгся. Кто? Ты горел. А, ну. Конь тоже такой подгорело немножко. Можно мне скорости добавить? О! Мы будем свободны! Амон-Ра прислал спасителя! Опять нести. Я свободен! Да здравствуй, тень-убийца! Беги! 8000. О! Верховое животное. Ого! У него какой-то чепчик смешной. Ну да. Не, наш лучше, клыкач. Мне больше нравится. Ладно, сейчас точку синхронизации тут найдем, откроем. А, вон я ее даже вижу уже, наверное. Потом вернемся и там еще какое-нибудь задание посмотрим. Там получается одно здание, что ли, осталось, или два? Два. Одно в городе, другое подальше. Ага. Правее туда, по карте. Не правда, да? Ну да. Так выделяется эта постройка, да? Угу. На общем фоне. Куда вот спрыгнуть можно, я не пойму. Туда вот можно? Ну, вроде там что-то есть, да. Просто они как-то смотрятся меньше. Ну, хотя нет, большие.
Классно. Не верится, что Шакелат с нами, Баек. Мы с ней ищем сено и повозки. Хорошо. А она там, да, теперь? Переоделась, может? Посмотреть, если. Вообще я не увидел, чтобы она где-то тут была. А в комнате во второй посмотри. Нет? Нет. Да нет. Ушла. А почему по она делам. Была? А, да, она, понятно, точно. Я понял, я путаю. Он же нам просто давал задание спасти этого напарника своего. Что такое-то, ну? А чего вы? Вот так, да? Сам выпросил в ответку. Сейчас те два вернутся. Нет? Нет. Да ладно. Ой. Дурные. О. В Синайских горах души мертвых нашли свой приют. Что происходит? Ты не слышал? Старый некрополь в горах наводнили мертвецы, которым закрыт путь в загробный мир. А, с этим нужно разобраться. Даже вот так? Что за вой мертвецов такой? Сейчас узнаем. Далеко. Какие тут мертвецы могут быть? Это же не сказки. Ну... Деловой такой идет прям по дороге. Ух ты, он еще нападает, что ли? Да не. За тобой бежит. Опа. Исида, защити меня и мою жену. Неп, нужна помощь? Моей жене пора в обитель Анубиса, но меня ноги не слушаются. Что ждет меня в некрополе? От одних лишь рассказов можно посидеть. Я иду туда. Если хочешь, могу взять тело твоей жены. Правда? Я век этого не забуду. Нам не привыкать. Ну да. Я в плане что-нибудь перенести. А ты чего, ну да? Не нравится мне это. Ну, в плане тоже перенести. Что-нибудь помочь. А это еще что? Что? А что? Рассказы могут оказаться правдой. Да почему правдой-то? Что происходит-то, ну? Это еще что? 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 Что где? Дым какой-то непонятный. Туман. Дым. Или еще что-то такое. Что за зло тут бродит? Похоже, песня не врала. Звучит, как голос злого духа. Подожди, а как туда попасть? Дальше, по-моему, туда вот.
Ой, по-моему, тоже сейчас по шее получит. Да, да, да. Там снизу, да? Угу. Это руки и ноги мертвецов. Кто-то осквернил их тела. Сейчас мы кому-то наваляем. Тут у нас сумка для инструментов, а тут у нас для стрел. Либо вообще скрытый клинок. А можно стрелы, наверное, пока что. Что он там делает, не пойму. Кто тревожит мой покой? Я воплощение Сета, бога хаоса, разрубивший Осириса и рассеявший его части по всему Египту. Ты осквернитель и убийца. Ты воплощение Исиды. Думаешь, воскресить своего мужа не выйдет. Совсем дурак. Ты больше не потревожишь мертвых. Какие-то эксперименты тут проводил. Угу. Нут. О, богиня Нут, мы чтим тебя, владычица. Бла-бла-бла. Но я не вижу смысла. В общем, мать Осириса, мать Сета, славься. А кто вот это ха-ха-ха делал? Он делал, видимо, он тут это... Рубил и ха-ха-ха, что ли? Тогда он больной. Ну, больной. Просто больной. Ты думаешь, здоровый человек будет вот этим заниматься? Не, ну мало ли там какие-то эксперименты проводил в научных целях там. Все равно больной. Нет, ну тут-то совсем уже ку-ку. Чего? Ну ты прикинь, вот ситуация стоит там, что-то рубит и ха-ха-ха-ха-ха на разные голоса. Ага. Ну. О. Она упокоилась. Никто не преградит ее путь в поля Иалу. Спасибо, друг. Там было написано «в поля камыша». Ну да. Ну, байку-то лучше знать. Чего они нам врут?